Добрый вечер, Краснодар. 18 мая 2016 года, 18:47. Час пик продолжается. Еду по Седина, мост. Правая полоса сворачивает для того, чтобы выехать на Ставропольскую. По Седина пробка жутчайшая, 4 полосы. Вот, как можете видеть, слева от меня на автобус поехал. Это туда прямо на выезд из города. Я стою направо. Мне нужно проехать. Сейчас на повороте полоса будет разделяться на две части. Как мы помним из правил, при повороте направо, в крайнюю правую. Но самое интересное, что даже несмотря на то, что есть разметка, то есть сплошная полоса, сейчас обязательно куча клоунов будет щемиться с левой полосы в наглую, поворачивая через сплошняк. Смотрим. Тем самым они, во-первых, стопорят весь правый ряд, которым еду я. И тоже вообще-то хочу забрать и жену с работы, и приехать домой, в конце концов. А не пропускать кучу вот этих клоунов. Непонятно. Ну, а также еще заставляют выезжать почти навстречу левую полосу, которая едет прямо. Кстати, он еще самый веселый тип, сейчас поедет. Ага, вот там вот пересек вообще две сплошные и сюда же свернул со встречки. О, смотрите, что творится. Сейчас целая толпа сюда пощимится. И почему-то я их всех должен пропустить. Только я не знаю почему. Хочет, пусть по чину въезжает, если хочет. Или не хочет. Хочет, пусть стыкается мне в левую почину. И рассказывает доблестным гаишникам, как он пересекал сплошняк. Я все жду, когда же здесь появится патруль ГАИ. И будут всех дрючить за сплошняк. То есть, в принципе, вот это все замедляет в два раза. Два. Правую полосу из-за того, что из одной полосы мы здесь могли бы разъехаться в две, и правый ряд бы поехал два раза минимум быстрее, если бы не стадо баранов, которым все похрен. Вот. Потом я еще буду правительству рассказать всякие клоунады про термин «опасное вождение». До новых встреч, Краснодар!